А ты на самое ничего пришел ко мне в кабинет с перегаром. Вы меня позвали, я пришел, какие проблемы? С перегаром? Я тебя позвал, чтобы ты напился и пришел ко мне. Может, у меня носки еще дырявые? Тоже будет какая-то проблема? Ты ко мне явился с перегаром. Вы меня позвали? Я позвал тебя с утра. Я пришел. Явился нам в депо эксплуатационное. Я пришел. Что такое перегар? Что такое перегар? Запах алкоголя от вас. Вы доктор? Поэтому... Вы доктор? Да, вы, до этого я вызвал доктора, чтобы провести анализ, алкотестирование. И что? Вы находитесь на территории эксплуатационно-локомотивного депо с запахом алкоголя. И что? Ничего. И все? И ничего. И все? Отказывайте, трубку отказывайтесь, Павел Николаевич. И дышать. Все? Отказывайтесь. И все? Вы отказываетесь дышать трубку? Я говорю, и все? Другие претензии еще есть ко мне какие-то? Пока нету. Пока вы отказываетесь дышать трубку, да? У меня живот прихватило. Я в туалет выйду. Выйди. Выйди в туалет, выйди. Все? А вы не можете мне 2 минутки внимания уделить? В каком плане? Ну вот, я из компании хорошего настроения. Вот. На вашем лице не было заметно улыбки. Да жизнь такая, милый мой. Какое что-то вот смотрите. Ударьте мне кулачок. Кулачок, я вот вам даю шоколадку. Берите шоколадку. Зачем? Вот чтобы вы всегда улыбались. Да, милый мой, у меня сахарный. Ну, внукам дадите. Ну, кому-то еще и внуков нету здесь. Ну, ладно. Я здесь одна, кому-то еще дашь. Хорошо. Хорошо. Улыбайтесь хороший всегда. Хороший мальчик. Я банан. Я банан. Чищу банан. Чищу банан, дою-дою, наливаю, дою-дою, наливаю, дою-дою, наливаю, я просто... Добрым утром, любимый. Добрым утречко. А ты знаешь, что я блины только с мясом ем? Знаю. И? Ну, ты тоже вроде знаешь, что я розы люблю, кустовые и белые. Ну ладно, поем блины. Привет, меня зовут Мила, и каждый раз, когда я прихожу... Магазин, салон красоты, солярий или еще куда-либо, мне постоянно приходится доказывать, что я не мужик. Хотя иногда это мне льстит. Все думают, что я очень-очень красивый мужик. Все спрашивают, что такое конкуренция. Сейчас расскажу. Все вы прекрасно знаете, что такое электросамокаты, но я пошел дальше. Я придумал... Самопрыг. Самопрыг. Очень быстро транспортное средство. В любую точку города. Буквально за 5-7 лет. Я же говорю, очень быстро! Смотрите, спортсмены, не пилены ничего. Только чуть-чуть осталось, чтобы он лопнул. Тряпки не дают. Попытайся без тряпок еще. Смотри, чтобы палец не... Не, все, он уйдет. А, спортсмены. А мы пиво пьем. Дочь нарисовала на маске сердечко, чтобы когда она в школу придет, чтобы все знали, что она любит школу, что она радостная, счастливая. Но когда она наденет маску, получается вот это. Как живется? Нормально, хорошо.
Нормально? Вы такой позитивный, у вас все хорошо. Проблем никаких нет? Никаких нет. Работа есть? Работа нет. А что ж хорошего-то? Безработные. Безработные? Ну. Но позитивные, я вас смотрю. Хорошо. Так близко припарковал возле этой ржавой машины. Слышь, что, она не заразная? Не, вот я эту сюда рядом ставлю, видишь, нормально. Ну да, не заразная, в принципе.